Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в новый клюк, добро пожаловать на начало прохождения Трайн 5. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы начинаем. Ребята, это уже получается пятая часть на моем канале. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая есть. И при том у нас также есть прохождение Трайн в кооперативе с разными людьми. Иногда у нас были там и трое, и четверо. Иногда и мы со Славиком играли. И вот дошли мы уже до пятой части. В день релиза, ребят, я ее прикупил. Это лицензионная версия. Я делал стрим. Вот, в день релиза. И что-то, в принципе, увидел не сильно такой интерес к игре, поэтому я ее отложил настолько долгое время, потому что игрушка мне очень сильно нравится, особенно предыдущие все части, я все прошел, говорю, на канале есть у нас полностью прохождение, прохождение кооператива, прохождение в соло, и вот, наконец-то, пятая часть. Ребят, давайте. Так, давайте начнем новую, потому что я же в первый день релиза проводил стрим, поэтому у нас новая часть будет с вами. С самого начала начнем. Ага, ух ты, ребят, смотрите, а тут мы с вами... Стой, а как назад вернуться? Назад из Кейт. Подожди, а что это? Зеленый у меня там. Ну, давай. Я не знаю, вот это давай выберем, что это. О, нифига себе тут. Ёшки. Ну, давайте какой-нибудь повеселее, наверное, вот этот. Или желтенький можно еще выбрать, да? Ну-ка. Это просто и цвет игрока меняется. Ну, я понял. Ну, давайте фиолетовый тогда. Так, а это что? О, ля, ты посмотри, кастомизация у нас появилась. Так, мы приблизить не можем, нет? Ну, давайте, они же искатели приключений. Блин, а что, повернуть нельзя его? Подождите. Его реально повернуть нельзя, блин. Ну-ка, нет, нельзя. Не этим. Не навигации W. Блин, я просто не вижу, какой же у него. Тут по картинке. Ну, давайте, как вот это давайте выберем. О, шляп. Ну, понти у нас будет. Классический, да? Тут, видите, классический есть. Ага, ну, давай классический выберем. Готово. Начать игру. Story began once again in the heart of our most beloved kingdom. Ruled by a council of fine ladies and gallant lords, with help and guidance from good and wise wizards. It was also home to the enchanted heroes of Trine, protectors of the realm. And while most people believed our kingdom to be the most pleasant and peaceful realm in all the world, some had plans to turn the kingdom upside down. Well? The Astral Academy is ours. Those dim-witted wizards didn't notice a thing before it was too late. And the device has been tested with success. I don't think the bigger size will pose a problem. Stone is stone. Well done. Now we can proceed to the next step in our plans. It is time to take care of the heroes of Trine. Какие главные злодеи у нас, ребят? In the meantime, the first of our heroes, Zoya the Thief, was not on a very virtuous quest. Zoya's intention was to steal an ancient treasure map from the town library. Rumor had it, the map revealed one of the few remaining hidden treasure troves left in the kingdom. The others having been looted by enterprising fortune hunters like Zoya herself. Так, замечательно. Ну-ка. Так. Киса, привет. Здравствуй, дорогая киса. Кстати, русскую озвучку так еще до сих пор не подвезли спустя столько месяцев. Угу. Поэтому ждал, я думаю, пока, может, дойду я пока до Трайна, русскую озвучку подвезут, но нет, пока не подвезли. Now, quiet as a mouse. It's a library, after all. Так, ну, когда будет русская озвучка, это что? Это значит нам повод перепройти будет еще раз игру. Это замечательно, так. Ага.
Это мы знаем, потому что мы прошарены это же. Так, что мне нужно сделать? Так, тут разбежавшись, прыгнуть с высоты мне нужно. Да. Опа, очки. Еще один. Стой. Все. Кстати, играя на клавиатуре с мышкой, не стал я подрубать джойстик. А пора передвигаться вперед-назад по балке. Потому что мне на клавиатуре проще, в принципе, и привычно, все игры, в принципе. Хотя нет, не все. Какую-то часть я проходил тот на клавиатуре. Ой, на клавиатуре, на джойстике. Стой, мать. Стой, подожди. Чтобы выстрелить, отпустить. Подожди. Ты веревка же, да, я так понимаю, да? Так, а это что у нас? Угу, вижу, веревку еще одну. Так, а этот нет? Ух. Ну мы прошаренные просто. Не просто же так. Все предыдущие четыре части прошли. Hello? Не, есть там кто-нибудь? Did you find a mouse? Это мышка маленькая. So, I'm not alone in the library. Так, стойте, подожди. А для чего вот это сделано? Подожди. Так. Не надо, да, нам туда прыгать. Угу. Слушай, а мне показалось, либо я там еще вверху видел какой-то талисман. Наверное, показалось. Так, насколько мы далеко можем... Кошмар. А, подождите-ка, не все так просто. Может, было же к этой. Слушай, я почему-то был уверен, что наверху тоже был какой-то бутылек. Так, ну-ка. Так, мы удлинить можем. А до этой можем? Нет. Стой, подожди, эти нет? Никак? Нет, жалко. Угу. Так. На правую кнопку мыши, кстати. Нет, стой. Йоу, паркурщики, ребят мои. Так, а тут для чего всего вижу? Вижу. Замечательно. Кстати, я говорю же, моему каналу не сильно-то заходит Трайн почему-то. Люди не так уж и нравятся Трайн. Но мне прям безумно очень нравится вся франшиза, можно так сказать, Трайн. Талисман, it's raining. No rooftop adventures for you tonight. А, я стою, смотрю, думал, это этот заставник какая-то. Так, толкните тележку. А с другой стороны надо толкнуть, походу. Да. Поэтому у меня все версии лицензионные, ребят. Я как бы сильно уважаю их. И люблю эту компанию, можно так сказать. Ага. За их труды. За эту игру. Так, а мне прыгнуть надо или стрельнуть? Ага. Стой. Замечательно. Может быть, когда-нибудь мы ее со Славиком еще пройдем? Эту пятую часть тоже кооперативе. Так, йо, чтобы открыть быстрый чат, нажмите йо. Ю. О, нифига себе, тут селектор. А, нифига себе. Хотя я в соло, правда, играю, но они, видите, уже. Я так понимаю. Удар делали на...
На кооперативное прохождение. Так, слушай, есть ли у нас наверху что-то? Вот для чего, блин, подвигать? Вот. Стоп. Видите, когда камера отдаляется. Не, ну я тут никак не подниму их, да? Наверное, для этого только сделано. Без вреда для здоровья с большой высоты. Ага. Это радует. Так, отмотайте веревку длиннее или короче. Угу, мы и так вверху попадаем, да? Стоп, нет, 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 показалось, как будто там еще. Так, веревки можно привязывать. Да-да-да, это для тех, кто как бы не знает, мы, я говорю, прошаренные жесткие с вами ребята. Так, вижу колечко. Угу. Правда, в этом году, кстати, Train 5 стал куда сложнее, потому что я пару роликов смотрел Славика, с которым играл, проходил Train предыдущий. Так вот, он прям, я вам так скажу, загадки, головоломки стали куда сложнее с предыдущими годами. Ого, какая красота тут. They creep me out a little. The way they don't sleep or think or eat. And how would they know how to treat our... Блин, я обязательно перепройду игру, если будет русская озвучка. Обязательно будем перепроходить. Что, уже мне нравится игрушка? Ну, по первому ощущению, вот сейчас я играю. С русской озвучкой это будет видел-видел, ребят. Так. Угу. Не понял. Ага, вы что, от меня хотели утаить? Тихо-тихо-тихо-тихо, my friend, тише-тише. Так, а мы можем его... Угу. О, есть. Это было бы сейчас... фиаско, братан. Братан, это фиаско. Чуть не было. Так, подтянемся. Так, давайте раскачаемся. Так, кстати, у нас тут уровни, если что... Блин. Это... Уровни... Не, чувак. Чё-то я сейчас, походу, и это буду пропускать, да? Потому что что-то я не так сделал, мне кажется. Слушай, давай вот так сделаем. Подожди, подожди, чувак. Но я не хотел бы ее пропускать. Да, блин. Стой, стой, стой. Раскачать вообще можем? Ну-ка, а что если умру? Что произойдет? Угу. Во! Гениально! Давай, давай! Ух, все, есть! А я думал уже... Так, и что? Прыжок вниз надо нажать. Так, это забираем. Это... Так, стой. Забираем. А почему? Так, спуститесь вниз. S, S. Ага, все, understand. Так.
Так, стоп, а внизу что-то есть. Блин, если я не успел схватиться. А для чего? Не знаю для чего. Что-то не сделано она. Угу, вижу. Так, ну тут... Ой, не-не, стой. Чувак. Еще ниже надо мне, да, значит? Вот так вот. Угу. Тихо. Так, и я, кстати, да, мысли свои не закончил. Уровни у нас большие, не считая вот первого. Я вот первый, наверное... Хотя первый, видите, тоже уже большой. Просто, ну, по 30 минут точно буду я его разделять. По 30 минут я буду точно разделять. Вот первый ролик, неизвестно, стоит мне его разделить или нет. Так, подожди. А мне что нужно? А мне нужно... Я не знаю. I don't know. Куда попасть мне нужно? А, все. Изичная загадка. Просто не сначала не совсем понял. Да. Так, а он две сразу... Нет, одну. Стоп. Ага. Так, а вот как я допрыгну? Нет. Так, я три взял или две? Походу три, да. Да, молодец. Ничего не упускаем, ребят. Мать, ну ты чё, мать? Ну ты чё? Так, повыше надо, да, немножко? Я переоценил свои... Нет! Свои силы. Ну так, что ли, высоко на таком? Шит. Что это было? Никто из вас ничего не видел. Так, или вот так, что... Так, подождите-ка. А на каком мне нужно расстоянии веревки быть? Ну-ка, опускаемся еще. Да вот, вроде бы должен долетать. Ну-ка, еще. Отпусти еще ее веревку. Так, я, знаете что, раскачивался и так увидел. Там же, оказывается, колечко еще одно есть у нас. Видите? Я не видел. Так, я что, поднялся повыше? Тут нет ничего. Колечко-то было высоко, как бы. This is the reason why the treasure hasn't been found yet. This map is practically dust. Or maybe it's just my effective security system. Put the map down, thief. As far as I know, no one alive can lay claim to that map or its treasure. Get me some paper and ink. Let me copy that thing, and I'll be out of your hair in no time. And if I shoot you, thief? That might hurt a teensy bit, but I'm enchanted with mystical powers of Trine, so I can probably take it. Just give me a library card and I check it out for a day.
Precious pretty things don't belong in dusty old museums. Aren't you supposed to be a hero? Is this what they do? Harass civil servants at ungodly hours? Well, I can be heroic, if the occasion arises. In fact, I've just received an invitation from the Astral Academy. I'm to be rewarded with a medal. Apparently the big statue of me and my fellows on the town square isn't enough. Well, why don't you jog off to the Academy then? Что, серьезно, она ее застрелила? О май гарбл, что происходит? It was unusual for Zoya to be unsuccessful with her plans, but the librarian had managed to distract her. However, in the meantime, Pontius the Knight was busy at work. As a protector of the realm, he was always called to help on any and many strange occasions. This time, he'd been called to deal with a troublemaker at a calm and quiet little graveyard. Теперь Понтий у нас. Так, хотя я по времени смотрю 20 минут уже. According to the report, dark magics are afoot here. So, let's see what all the fuss is about. Ну, придется первый ролик. У нас долгий будет, да, получается. Так, хотя ли может было, наверное... Ох ты, наш шип-то он уже быстро бегает. Можно было, наверное, может быть, и разделить... Первый ролик. Слушай, подожди, а можно так сделать? Выйти в главное меню? На карту надо было нажать, да, наверное? Так, ну-ка. Продолжить игру. О, замечательно. Тогда получается, давайте мы тогда на Понтии... И остановимся, в принципе. Завтра тогда продолжим отсюда, в Сады Вечной Тени. Потому что 20 минут я смотрю, и сейчас еще 20 минут, это уже 40, потом еще 20 минут на Амадеи. Поэтому долго будет. Давайте. Ритуальчик, знаете, лайк, подписка, коммент, смея видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения, увидимся с вами в следующей серии на канале Like You Game. Но точнее уже завтра в новой серии с Понтием Пилатом, наверное, да? Понтий Пилат же он. Всем пока, ребята.